Что за фигня? Да вроде бы шапка. Ага. Это новый телефон Texit. На прототипе айфона. Он выглядит как айфон. У него есть такой хвостик. За него вытаскиваешь и видишь свой новый телефон. Он похож внешне как айфон, но нет. Нет, сзади нет. Коробка практически как айфон. Поднимается так же. У нас есть специальная мягкая оборка, чтобы он не царапался по бокам. Что у нас дальше? У нас есть шнур. Конечно, я до этого его открывала. Это шнур, чтобы заряжать. Как видите, он специально ему подключается USB. Также у нас есть наушники. Чем-то они... Сейчас усилим. У нас есть наушники. Они специально закреплены, чтобы не распутывались. Так, они, как бы вам сказать, один длинный, один короткий. Один короткий, один длинный. Не знаю, для чего это сделать. Также у нас есть тут специальные кнопочки, не знаю для чего. Вот, да, это как бы переключать или принимать звонки, когда ты сидишь в наушниках. Дальше. То мы отбрасываем. У нас есть специальный ключик. Этот ключик нужен, чтобы открыть там, где мини-симка. Хватаемся, вытаскиваем. Тут у нас должна быть мини-симка. Я ее не взяла. Так, а дальше у нас специальный передатчик, который не хочу распаковывать, ведь он так красив. Специально, чтобы заряжать, к нему подключается у нас кабель. И мы теперь можем всовывать в розетку и заряжать. Дальше у нас идут разные инструкции, гарантийные талоны. Все это здесь. Как бы ничего у нас не осталось в коробке, будем собирать как получится. Как мы видим, мы его уже включили, наш телефон. Мы можем одним таким нажатием посмотреть все слайды, которые у нас имеются, или зайти в полную общую. Как мы видим, он синенький. Его название Texit. У него, как у и айфонов, не снимается крышка, у него сюда вставляется мини-симка. Боковые плюс-минус громкость тоже айфоновские. Задняя камера. Передняя камера. Мы можем его упаковать. Все заново.